как только ты придешь к нам в гости, тебя встретит помощница доктора. Она покажет тебе интересный браслет с твоим именем и наденет тебе на руку. Мы надеваем такой браслет всем детям. С этим браслетом ты сможешь узнать, как пройти дальше до игровой комнаты. Когда ты окажешься в игровой комнате, ты сможешь поиграть, порисовать или просто отдохнуть. Смотри, что у нас для этого есть. А вот врач называет твое имя и приглашает в кабинет. Ты с мамой или папой заходишь в кабинет и садишься на стул. Когда врач разговаривает с мамой или папой, ты можешь посмотреть вокруг. Врач готов тебя осмотреть. Какая интересная коробочка у доктора в руках. Нужно посмотреть на нее поближе. Все проводки разноцветные, можно рассмотреть цвета. А вот набор интересных наклеек. Попробуй выбрать одну из наклеек и приклеить себе на руку. Да, они довольно липкие и смешные. Посмотри, как легко отклеить такую наклейку. Пришло время поиграть в игру и найти каждому цвету свое место. Чтобы было удобно приклеивать проводки, тебе нужно лечь. Доктор приклеит каждый проводок на определенное место. Сейчас доктор настроит прибор, который записывает твои желания. Когда доктор нажимает кнопки, прибор может пищать. Если лежать ровно и не двигаться, желание записывается быстро. Осталось записать твое имя. Прибор снова будет пищать. Самое время отдохнуть. Давай немного подождем. У нас все получилось. И можно отклеивать все наклейки. Самое время выбирать подарок. Да здесь целая коробка с подарками. Тебе нужно выбрать самый классный. Пока мама или папа разговаривают с доктором, ты можешь поиграть. Здесь было так интересно, но пора уходить. Приходи к нам в гости снова.